Гирлянды и воздушные шарики. В начале декабря центр «Мои документы» удивил посетителей праздничным убранством. И дело здесь не в приближающемся праздновании Нового года. 5 лет назад в Пущине появилось новое учреждение – многофункциональный центр. Его открыли в рамках выполнения губернаторской программы «Наше Подмосковье. Перспективы развития». Тогда и сейчас многофункциональный центр «Мои документы» работает по принципу одного окна. А это значит, что государственную или муниципальную услугу гражданин может получить после однократного обращения. Начинали мы с 93 услуг. Сейчас в нашем центре предоставляются услуги по 325 наименованиям, то есть 325 услуг. Причем это не значит, что это вот 325 окончательное, потому что в каждой услуге еще есть подуслуги. Растет и количество заявителей. Если в начале работы центра его посещали в день 15-20 человек, то сейчас не меньше 150. Люди приходят совершенно по разным своим направлениям получения услуг. Очень востребованы услуги соцзащиты, личные документы, паспорта, загранпаспорта. Сейчас у нас появились новые услуги. Это такие услуги, как выпуск карты «Стрелка». Это очень востребованная сейчас услуга. В настоящее время в центре «Мои документы» можно получить полис медицинского страхования, произвести нотариальный перевод документов. Очень много вопросов возникало по закрытию налоговой инспекции в нашем городе. Так вот, все услуги налоговой можно получить в нашем центре. Получить информацию о задолженности по налогам, распечатать квитанции, получить пароль от личного кабинета, то есть завести личный кабинет. Все это сделать можно у нас. Регистрация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – то же самое. В ближайшее время в Пущинском центре «Мои документы» будут предоставляться услуги, которые ранее можно было получить только в ЗАГСе. Это оформление свидетельства о рождении и смерти. Конечно, за 5 лет изменилась сама структура предоставления услуг, потому что очень много услуг предоставляется в электронном виде. У нас появился новый специалист, который консультант, так называемый РПГУ, который помогает заявителям через личный кабинет завести услуги в электронном виде. Просторный зал, удобная зона ожидания, детский уголок и, конечно, доброжелательный персонал. Сотрудники центра «Мои документы» стараются сделать все необходимое, чтобы горожане получили необходимые услуги в комфортных условиях и покидали учреждение довольными. Мне все очень понравилось, все быстро, все по талонам и прошло комфортно. Это очень удобно. Раньше все документы приходилось оформлять в разных местах, а сейчас можно прийти просто в одно место и быстро оформить все. Стоит отметить, что многофункциональный центр «Мои документы» работает с 8 до 20.00 без обеда. Единственный выходной – воскресенье. Екатерина Рускова, Андрей Михайлин, Тимофей Кимов, ТВС Пущино.